Эти строители будут строить совершенно любой дом, но их количество блоков будет ограничено. Сначала это будет 10, потом 100 и потом 1000 блоков. Давайте посмотрим, что у них получится построить. Поехали. Я уже вижу дома из 10 блоков. Гусь сделал настоящую палку. Это же... ну, опять гусь что-то странное строит. Это твой дом? Да. Я поменьше сейчас его сделаю. О, пират сделал настоящий мини-дом вроде, да? А памперс сделал... Стоп. Он читерит? У него много блоков. Мы тебя кикнем, памперс. И время вышло! Так, первый домик, который мы посмотрим, будет пирата. Выглядит сразу, понятно, стрёмно как-то. Но хотя бы можно зайти? Да, это похоже больше на какой-то маленький сарайчик, чем на дом. Зато в нем можно жить, самое главное. Я ставлю за этот дом 7. В нем хотя бы можно жить. 34 очка. Переходим к следующему дому. Его у нас построил Агуша. Это коробочка маленькая. Это даже на коробку не похоже. Так, заходим внутрь и опять какая-то коробка. Я ему поставлю 6. 30 очков. У меня каменная коробка. Почему у всех одни коробки? Потому что нет блоков и времени. Очков так 6. 36 очков вы дали этому каменному домику. Ну ладно. Потому что он каменный. Да. Оу, это что-то явно лучше. Смотрите, у этого дома даже есть дверь. У него есть красивые стены. Я думаю, этот дом заслуживает восьмерки. 34 очка. Оу, это похоже на настоящий дом, смотрите. Здесь есть стены и даже крыша красивая. Этот домик на первом месте, у него целых 45 очков. Это дом памперса. Выглядит как памперс. У него есть дверь, смотрите. И почему этот дом такого стрёмного цвета вообще? Там младенец сделал гад. Я ставлю 3. Хотя нет, тут есть окошко, так что 7. У тебя всего лишь 28 памперс. Мне кажется, ты в самом последнем месте. И получается, вот наш победитель. Домик из 10 блоков, который с крышей. Который строили, пока все спали. Я не знаю даже, как он победил, если у него нет входа. Ну ладно. Теперь давайте приступим к строительству домов из целых 100 блоков. Фабортал, ты опять каменный дом строишь? Да нет, уже деревянный. Прикольно. У гуся здесь, ну, это, наверное, что-то типа камней. О, здесь прям масштабный дом такой делается. Прям. Какой огромный. Идея. Зачем эта палка в земле? Так, а что там у нас у памперса? О, еще один дом такого же цвета. О, зато вот здесь уже окно есть. Это серая тучка из камней. Это будет левитирующий дом на острове. Левитирующий дом на дереве. Построй крышу, портал. А почему окно... пустое. А представь, если на тебя гусь нападет. Так у меня меч огненный есть. А, ну тогда ладно. Прошли еще 5 минут, и я решил посмотреть, что здесь получается вообще. О, а где вход? Избушка без входа. Да, странный дом. Дом из сказки уже есть. Здесь у нас что? Мини-домик на мини-острове. О, вот он тоже красиво выглядит. У фабортал, о, дом стал красивым. Он здесь красивое окно поставил. И внутри даже сделал подоконник. А дверь открывается? Пока нет. Дом, о, мне кажется, это прям как в лего-наборе Майнкрафта. Тут типа такие мухоморы, ферма мухоморов. Тут такой огромный дом-мухомор. Прикольно. О, а это что за коробочка? Тут и диван, и балкон есть. О, внутри сколько мебели. Памперса. Ой, почему у него кресло коричневое? И по киношке какой-то коричневый чел. И там еще картина с коричневым деревом. Чуть-чуть не додержался до туалета. Так, это пока что все, да? Домики из 100 блоков уже готовы. И мы начинаем смотреть домики с вот этого домика. Заходите. О. У фабортала работает дверь. Это чудесно. Так, что тут у нас еще есть? Мини-столик и свечка типа. А здесь еще есть кроватка и еще что-то. Ну, это такой вот декор. Давайте его оценим. Я поставлю за такой дом. Игра говорит, чтобы ты поставил 10. Хорошо, я ставлю 10. Так, что бы поставил пират этому дому? Я бы думаю, что он бы ему поставил 10. А, пират говорит нет. 1? Ладно, округлим до 5. Так, фабортал, у тебя дом набрал целых 46 очков. Ты на первом месте. Потому что мы только твой дом посмотрели. Посмотрим, есть ли конкурент для этого красивого дома. Вот и конкуренты. Да. Тут они какие-то слишком жесткие. Смотри, что за летающий остров. Там есть дом. И летающий остров. В принципе, справедливо. Я ставлю 10. Сколько? 51 очко у этого домика летающего. Нет. К сожалению, фабортал на втором месте. Нет.
Это же современный дом, современная дверь, современный проход, современный балкон, современный компьютер, современные... Современный ух. Да. И, конечно же, современная машина. Я поставлю ему за столько всего 9 очков. К сожалению, суперсовременный дом на современном последнем месте. Со своими 38 очками. Ой, а... Я с неба его... упал дом, это же замечательно. Значит, мы его будем смотреть. Это дом для великанов, 100%. Надо стать великаном. У него есть крутая дверь. Картина с коричневым дубом. Коричневое кресло, коричневый стол, коричневый мультик. Ну, я поставлю дом памперса. Ему надо поставить... Чего все ставят один? Я ставлю 10. У тебя 41 балл. Круто, да? Избушка на курьих ножках. Смотрите, сколько тут декора стоит. А, тут дверь открывается. Меня выпнули. Печка, бревна. Красивый дым. Красивая крыша. Я ставлю 9. Пират на втором месте. У него 48 очков. Вау, это дом-гриб. Смотрится красиво. На этот дом-гриб можно залезть. А внутри здесь столик на двоих. Что за беседка? Беседка. Тут растут мухоморы. Еще тут растет трава. Из камня. Странно. Ставлю 10. Гусь побеждает всех со своими 50. Короче, 50... Ну, короче, 55 очков. Гусь победил. Ломаем домик. Давайте сейчас будет финальный раунд, и мы в нем определим, кто из вас самый крутой строитель. Потому что пират считает, что гусь читерит, а фалпортал считает... Гриб должен быть серым. Так, готовы? Начинайте строить постройки из 1000 блоков. Дома должны получиться красивые. А ну, пират, идем быстро строить. Смотри, как строят современные дома, пират. Тебе понравится. Делаешь палку, красишь. Ставишь к этой палке еще одну палку. Получается красивая палка. Гениально. Теперь нам надо ее скопировать, чтобы было две красивых палки. Ух, ну ты прям гений строительства. Кушать мы будем жареные торты. Я думал, жареного гуся, но слава богу, принесли. Один торт подгорел. Торт нормальный, торт памперса и торт подгорелый. Так, но смотри, этот весь дом мы делали, чтобы отвлекать внимание. Настоящему я хотел сделать кое-что другое. Смотри, нам нужно сделать секретный проход. Секретный лифт, который будет опускаться вниз, а там будет секретный бункер, в котором будет разрабатываться суперсекретное оружие, чтобы уничтожить всю планету. Ух, зачем тебе уничтожать планету, если кто на тебя не будет подписываться и вообще тебя смотреть? А, я не знаю. Это дом пирата все-таки не мой. А, ну, логично, да. Попортал ты? Да. Почему твой дом улетает куда-то? Я не знаю. Нет. Куда? Нет, я... Подожди. Живи. Стой, погоди. Не знаю. А? Что там пытаешься сломать? Ты что сделал с моим домом? Так, ну мы продолжаем рубрику «Битва строителей». И так, у нас на обзоре «Фалпортал». Он построил такой... Дома из 1000 блоков готовы. Первый дом Агуши. Я ведьма. И домик ведьмы из Майнкрафта. Дверь открывается. Здесь можно зайти, тут есть кровать. Здесь есть зельеварка, здесь вообще много чего есть. Еще здесь есть вода, которую надо кушать вилкой. Это болото, нельзя ее кушать. А, то я ставлю 9,9. Ну, а вы можете написать оценки в комментах, наверное. Свои. Ты получаешь 59 очков, Агуши. Так, следующий, давайте у нас ляг. Так, да, давайте. Смотрите, здесь есть огород. Ого, это настоящий огород. Мы тут записываем с ребятами, ты тут вишню чуть-чуть оказался. А. Так, я не понял, резню, значит? Так, продолжаем дальше. Смотрите, здесь дверь не открывается. Блин, печально, я бы тогда 10 поставил. Так, можно я гусь буду говорить? Не понял. Или еще раз хочешь на шашлык? Ладно, я разрешаю так, вам. Так, здесь у нас есть столик со стульками, а вообще надо сидеть на столе. Но это не по правилам этикета, так что ты вообще не знаешь этикет, и почему ты не стоишь на столе, вообще не живешь. Тут зеркало какое-то, которое меня не зеркалит. На самом деле это не зеркало, это плакат. Так, здесь у нас растет трава. Чердака. Тут еще второй этаж есть, чердак. Тут есть много банок пустых.
Где варенье? Варенье! Давайте оценим этот очень странный домик. Я ставлю 10. Я оцениваю своим профессиональным взглядом. Очень аккуратно смотрю на дом. И, наверное, это будет... Ставь десятку. Это будет 8. Все! 57 очков у твоего дома. Да, ух, ты придумал мем резня. Ты же знаешь, что он означает? Правильно. Резня! Ах ты! Что? Да! Зачем так сделали? Ради прикола. Так, ну мы продолжаем рубрику битвостроителей. И так, у нас на обзоре Пал Портал. Он построил какой-то... ладно, извиняюсь. Не надо меня жарить. Так, давай-ка сюда. У меня тут изделие есть. А, нет, не то. Вот оно. Стоп, это что, домик из мультика, где дом улетел на шариках? Нет. Конечно. Почему это дом трясется? Это ведьма делает землетрясение. Агуша, что ты делаешь? А, я знаю, что надо сделать. Ой-ой. Где его? Давайте его посмотрим хотя бы. У него открывается дверь, это хорошо. Фа-портал. А, гусь, не воруй дома. А кто-то говорит, что это еще недвижимость. Оно же все движется. Да. Это дом вверх, он улетает вверх. Интим. А, есть... Нет, ведьма не хочет падать, ведьма не хочет падать, ведьма. Где хочет ведьма? Домой. Ведьма, зайди домой. Хоть это летающий дом, но в нем есть кровать, и она не летает. Также есть камин с огнем, который себя странно ведет. И дом умеет летать. Давайте его оценим. За то, что он из мультика, он умеет летать, я ставлю 10. Знаете, летать по-настоящему это очень-очень классно. Так что полетели по-настоящему. А нет! Дом разбился. Разлетелся. Это 9. Ну и дальше продолжаем рубрику «Битвы строителей». И сейчас у нас конкурент будет «Ух, Геймс». Загружайте свою постройку. Ух, Гейм, загружайте свою постройку. Если у вас нету постройки, то вы будете дисквалифицированы. Подожди, гусь, у меня есть кое-что для тебя. Нет! Молодец. Здравствуйте, Ух, Геймс, я ваш арендодатель. Вот ваш новый дом, заезжайте в хорошую квартиру. Стрёмный дом, я не хочу в таком жить. О, заходим. Ну ладно, там даже мебели нет. Где я? В закулисье? Я так, слежу за вами. Так, где здесь выход? Вам нужно его найти. Гусь! Вы меня не видели! Я не знаю! Ты же нас сюда завел. Сюда! Стойте, что это за звуки? Лучше бегите. Это великий таракан. Давайте оценим этот странный дом за кулисье. Я ставлю 10. У тебя тоже 59 очков, гусь. На этом эта стройка из 10, 100 и 1000 блоков заканчивается. Вот в прошлой части. Всем пока.